встречает архиерея своего и с благодарностью взирает, и с умилением на него. На вашу помощь уповаем в духовном окормлении нас и Божью руку призываем из сил физических для вас. Пусть благодать от вас исходит на нас, молящихся теперь. Владыко, присно вам открыто Светлодолинского прихода дверь. Да и Творца Вселенной сегодня с нами молятся святые за силу веры и любви блаженной и за молитвы, что смиряют и стихи. Сердца исполняются духовной радости, которая наполнила всю Вселенную, когда небеса и земля соединились вместе и празднуют воскресение Христово. Мы посещаем в эти два дня храмы на Саранской земле, а в нашей Бессарабии мы радуемся, что здесь народ Божий хранит православие, веру православную, отстаивает церковное единство, умножает благочестие и продолжает хранить православные традиции. Посетили мы несколько храмов, сегодня служили здесь в храме, ехали на Медянка, в честь введения в храм Божьей Матери, мы имели светлые лики народа Божия, который продолжает здесь сохранять веру. Веденка – это особое место, это явление Божьей Матери, где был построен когда-то монастырь. Ну, в истории церкви нас всегда были скорби, испытания, гонения. Благодарю всех вас за хлеб, за соль, детей в национальных костюмах, которые так прекрасно приветствовали меня словами праздничного пасхального радости, и которые пожелали мне здоровья и милости Божьей. Взаимно хочу всем вам пожелать здоровья, добра, счастья. Завтра праздник Жан Мироносец, который первый услышит от ангела воскресение Христово, который сказал: «Христос воскрес, нет его». И они пошли, возвестили апостолам, а апостолы пошли по всему миру, возвещая радость воскресения Христова.
И первыми словами воскресшего было: радуйтесь. И эту радость принесли апостолы, те мученики, исповедники, наши близкие, родные, чтобы мы радовались, что Господь среди нас. Мы знаем, что Бога нет, мертвые все живы, но мы радуемся, когда они с нами, когда рядом, и скорбим, когда их нет с нами. И в послании пасхальном я обращаюсь, говорю, что мы молились друг за друга, молились о живых, кто жив еще здесь, молились о тех, кто ушел из этой жизни, и чтобы наша молитва была услышана Богом. Пусть Пречистая Богородица, через которую возник этот храм, никогда не оставляет вас без своего благословения, материнского совета наставления. И пусть ее небесный материнский покров хранит это селение, хранит каждый дом, каждое человеческое сердце, каждый из вас. Спасибо, Господи, за встречу, за ваше внимание, за молитву. Христос!